а как позвать бортпроводницу в кабину? Вот у нас есть кнопка вот вызова, вот передняя станция бортпроводников, вот нажимаем ее. Звуковой сигнал. О, спасибо. Здорово. Связанный с ручным пилотированием. На данном самолете основная часть полета происходит с автопилотом, но в зависимости от ситуации, например, если нам нужно выполнять визуальный заход в хороших погодных условиях, то можно выполнять полет в штурвальном режиме. Но в случае, если погодные условия не позволяют выполнять штурвальный режим, что в принципе полезно с точки зрения поддержания пилотажных навыков, например, в туман или в метели, где очень плохая видимость, то, естественно, будем использовать амортизацию по максимуму.